Макс ликует в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли во всех крупных городах страны. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной рабочей силы. Да уж. Достаточное количество устройств. Классная машина. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск председатель горосполкома товарищ. Можно уже просто музыку. Другое дело. Во, наконец-то нормальное радио. Соизволили вылететь на задание. Не прошло и часа. Я Вольманфюрер. Что вы сказали? Я говорю, связь шалит. Но спасибо, Герр Штокхаус. Все инструкции академик Сечин мне уже выдал. А мне кажется, что это было уже слишком. Не кажется. Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и прохиндеев. Скажите, не сочтите за труд, а вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрия Сергеевича, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанной к роботу Колымаге? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина – это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось. И мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную колымагу тащит робот, который носит название «Шмель», но на самом деле похож на летающую свинью? Летающую свинью? Вы где-то видели летающих свиней? А вам коровы случайно? Летающую свинью? Вон те, что ли, на Кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну так они сейчас и полетят вниз. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов у меня возникло предложение. Давайте так. Вы будете действовать, а думать буду я. Да пошел ты. Заткнись. Лучше дай послушать. О чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда не был. Не мешай. Кто тут ни разу не был? Вы? Я, твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините. Не, ну музыка классная вообще такая.
во славу партии и всего советского народа. Товарищ майор, давайте руку! Я провожу вас в комплекс Вавилов! Да что за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Роботы функционировали в штатном режиме. Как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Эй, ты, ублюдок, Жилет! Что творится? Полите нахер отсюда, придум... Как невежливо с их стороны! Да отъебись ты уже, сука! Наш подъем продолжается в штатном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа и произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Ой, пожалуйста, помогите! Держите!